365 детей приняли участие в конкурсе «Град Святой Екатерины». Юные творцы Свердловской, Челябинской и Курганской областей присылали на конкурс свои работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Сейчас лучшие работы могут увидеть все желающие. В центре Царски открылась выставка конкурса детского творчества «Град Святой Екатерины», в которую вошли 39 работ победителей. Уровень, как всегда, на высоте. Дети молодцы, рисуют. Очень хотелось бы всем отдать первые места. Вот. Я себя чувствую всегда не очень хорошо. Дети что-то нарисовали, старались изо всех сил. А я тут начинаю... Там это первое место, это второе, это третье. В творческом соревновании приняли участие мальчики и девочки от 5 до 16 лет. Ребята не только рисовали, но и лепили из пластилина, выжигали по дереву и даже создавали текстильных кукол. Конкурс проводился в ноябре, и на суд жюри было выставлено 274 произведения, как из крупных городов, так и небольших населенных пунктов трех областей Уральского федерального округа. Все дети молодцы, вот всем бы дал первые места, но вот кому-то приходится давать первое, кому-то второе, но надо не отчаиваться, это все очень условно, главное стараться, и все у всех получится. Выставка проходит до 19 декабря в фойе конференц-зала культурно-просветительского центра «Царский». Вход свободный, поэтому все желающие могут прийти и поддержать юных художников, оставив свои добрые слова в книге пожеланий.